Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство Samsung Galaxy Z Fold 2, и сейчас я покажу вам, как на этом девайсе стереть настройки камеры. Итак, вначале открываем приложение камера, затем вот здесь вот вверху нажимаем на шестереночку. После этого спускаемся в самый низ и в самом низу нажимаем сброс настроек. Нажимаем сброс. Вот и все. Настройки камеры успешно сброшены. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока.